Самое милое видео этого дня – это кадры из Витебского зоопарка. Сегодня на первую прогулку вывели маленьких медвежат. Впервые в истории сотрудники зоопарка боролись за жизнь крошечных питомцев. Им было около месяца, и смогли выходить малышей. В 40 километрах от областного центра кто-то потревожил берлогу, и медведица убежала, бросив потомство. Не вернулась к малышам она и спустя сутки. Поступило обращение к экологам, люди занялись спасением. У малышей уже очень цепкие зубы и когти, так что руки их воспитатели все в царапинах. Да, это они, это медведи, это очень серьезно и достаточно опасно, потому что вот у них огромные когти, которыми они там в природе разрывают там гнезда, копают землю. Попали к нам почти 3 недели назад, они были ослабленные. Вот этот вот медвежонок, который у меня сейчас на руках, он такой был самый слабый. Практически они не ели ничего, потому что сутки находились одни без матери в берлоге. Вот. Ну, сейчас они чувствуют себя неплохо. Ну, посмотрим, как будет дальше. Им уже дали имена Глаша и Дуняша. Медведь занесен в Красную книгу Беларуси, но этих малышей в лес уже не выпустят. Они не выживут в диких условиях. Дальше только рядом с людьми. Зоопарк сейчас ищет волонтеров и активистов, которые помогут со строительством вольера. Через полгода медведи подрастут, им надо будет отдельное помещение. А всю весну и лето их можно встретить в зоопарке прямо на прогулке.